вышли, весь день просидели дома сегодня. Утром Алька только ездила в школу, а я за продуктами. Тот же Капторг за овощами. Уже снимать не стала, так как все время показываю одно и то же. Вышли к морю прогуляться. Перешли дорогу, и вот напротив нас такой ресторанчик. Сейчас пойдем к морю. Красиво? Да. Ну сегодня нет, сегодня жора днем была. Там какой прохладно, 36 градусов было. Я говорю, прохладно. Вот здесь домики такие, но они как будто бы не функционируют. Нет, он меня съест. Сейчас пойдем к морю через ресторан. Ой, сколько народу в ресторане. Люди отдыхают. А вот здесь кто-то отмечает свой день рождения. Такой вот ресторан небольшой. Сцена здесь. Ну, а там уже начинается зона пляжная. А там попавшие. Ну, а вот здесь уже, видите, грибочки, столики. И пляжная грибочки. Зона. Да, грибочки. О, грибочек. Вот у девушки день рождения отмечает в ресторане в красном платье. Все ее поздравляют, подружки. Пошли с фотографом. Сейчас у них будет фотосессия на берегу моря. Близко не подходите. Потанцуйте, дяденька, танцуйте. Так красиво, море такое спокойное. А это ребята отмечают окончание школы.